С учетом огромного влияния Китая, которое он имеет на Путина, было бы интересно понять. Также он говорил о том, что этот конфликт должен быть разрешен максимально, скажем так, взаимовыгодным способом. Что это тоже должно означать? Я думаю, должно означать в первую очередь взаимовыгодным для Китая, поскольку разговор о том, что Китай изменил свою риторику в отношении войны в Украине, они глубоко порочны в той части, что они неправильно трактуют позицию Китая. Они исходят из того, что если меняется риторика Китая в отношении Украины, и Си Цзиньпин даже был вынужден позвонить Зеленскому после скандальных ремарок китайского посла во Франции, то, дескать, вот Китай свою позицию сейчас начинает корректировать. Ну, это, безусловно, неправда, поскольку Китай руководствуется не какими-то внешними факторами, а своими национальными интересами, которые для него являются неизменными. Китай использует риторику только для того, чтобы замылить, завуалировать свои истинные намерения.